Мы скоро вылетаем и будем снимать видео о Таиланде на специальный канал. О нем я расскажу вам позже. А пока смотрите, как мы летим и что происходит в аэропорту в Бангкоке. Да, иммиграционный контроль. Все по-русски, все просто. Багаж, смотри, как вас мыли. Шикардосно. Пожалуйста, я сейчас угорю. Тут так время влажно. Сколько? Время сколько? 6 утра. На выходе, получается, из аэропорта такси стоит 4400 бат. А если спускаешься на улицу, прямо на улицу выходишь на первый этаж, то до Хохина примерно где-то 2300 бат. То есть в два раза дешевле. Получается, обычная улица, уличное такси. Сервис, конечно, не лимузин. Вот, отсканирован. Окей. Эй, тебе нравится тут? Выспалась? А папа, мы туда идем, мы туда. Нет, все сначала в дом, в свою квартиру. Пойдем. Ты маме тараканов предлагаешь кушать? Да, он вкусный, он уже не собей. Мы поехали в Бангкок госпиталь Наташки. Из-за вот этого вот дела. И в школу делать визы. Сколько стоит тут родить. Сейчас двигаемся в сторону школы, посмотрим, как стоят дела с визами, что нужно и сколько стоит. По пути зашли еще в одну клинику Сан-Паулу, чтобы цены сравнить. Пока что с сервисом тут все намного хуже, чем в Бангкок госпитале. Excuse me, this is you, right? Yes, Олег. Yes, Олег. This is me. This is sorry. Me. Okay. Yes. Sorry. This is Олег. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Yeah. See you. Пошли. Пошли. Сделаем фоточки на визы и домой. Сделали фотки соседнего двери. Вот тут мы живем. Тут у нас парковка для мопедов, тут для машин. Тут Наташка. Такой у нас входик. Ресепшн. Вот такой кондоминиум. И ящериц у нас тут много. А вот здесь у нас охранник. И мы когда выходим, он все время с нами здоровается. Вот так вот. Сейчас посмотрим. Да? Лиль? Что нужно сказать? Hello. Hello. Погромче. Hello. Hello. Вот мы вышли только и сразу попали на рыночек. Там мы кушаем. А вот эта земелька возле нашей гостиницы, нашего кондо, она продается. Вот, если кому надо, обращайтесь, контакты дам. Land for sale.
подарок вы получите вот такую Toyota. Видишь? Вот смотрите, а это Алма-Ата. Похоже. Горы рядом. Мы живем фактически в горах. На ту сторону давай. Здесь движение очень тихое, спокойное, никто никуда не летит. Вот, и можешь спокойно перебегать дорогу, вообще не опасно нифига. Почти все машины это пикапы. Здесь половина на половину пикапов и мопедов. А собственно везде в Таиланде. Ничем не удивить. Собственно, мы живем вот край улицы. Это где мы живем. А следующая улица это уже Night Market. То есть мы прям очень рядом с тусней. Смотрите, а здесь котенок опять. Давай поговорим. В цирке у нас фотографироваться. Шарик. Ой, Шарик, привет. Привет, Шарик. Блин, пальчик. Шарик. Нравится? Да. Берем. Утренние водные процедуры в бассейне. Бассейн. Я люблю бассейн, но только дома не люблю. Я хочу в бассейн, а не туда. Солнышко выглянуло опять сегодня, да? Да, давайте в тенечке займем уже. Сяду на свою. Лиль, купаться пойдешь? Да. А перед тем, как купаться, что нужно сделать? Помазаться. А перед тем, как мазаться? Купаться. В душ? В душ. Сейчас вытащишь. Обратно прыгать. Ты снимешь. Я хочу посмотреть. Только нажал. Воду за. Воду за. Ну что, купайся, теперь пойдем. Смотрите, это мама, папа, братик, сестра, малыш, а кто это? Это маленькая братик, это малыш, это малыш. Hello. Hello. Мы кушать пришли. Я буду суп, том ям. Укусил тебя кто-то, да? Да. Комарик, наверное. А куда он тебя укусил? Покажи. Да. Покажи. Слушай, мы сейчас помажем. Я не хочу. Лили, а скажи, где у тебя, какая часть тела у тебя белая? Попка. Попка? Да. Все загорело, а попка белая, да? Да. А у тебя какая часть тела белая? Живот. И попка. У меня все белое, я не загораю. У папы даже щеки красные. У меня, кстати, получается 70% не загорело, а остальное загорело. Какой-нибудь тут финиш? Финиш, Наташа, я положил. Какой? Оранж. Оранж, нет, она не пьет. Она не пьет оранж, а еще чуть. Пайнэппл? Да. Вот, все, сейчас яблочный сок, у них напряженка дикая вообще. Мама, приятного аппетита! На тарелку.
Делай так, там еще одна собака, мама видит. Мама, там еще одна. Сейчас пойдем посмотрим стоимость мопедов, чтобы приобрести его. У нас возле дома как раз есть рыночек по продаже мопедов. Сейчас посмотрим, сколько стоит. Какой вам нравится больше всех? Какой? А мне кажется, вот этот смешной. Рюль, понравился тебе мотоцикл? Ага, я хотела бы на нем немного прокататься, но у нас нету мотоцикла. Лиль, ну мы купим, когда вернемся с Лоуса, тогда купим мотоцикл себе свой, да? Угу. Будем на нем с тобой розовый кататься. Розовый? Ага, там будет победок, мы возьмем фиолетовый. Фиолетовый? Просто папа хочет белый. Давай потом этот возьмем. Ладно. Куда мне он понравится. Хорошо. Папа, немного нравится Веспа. Белый. Папа, немного нравится. А мне вес понравится. Все, пришли домой. И сейчас будем Рюльку спать укладывать. Мы поспали и теперь едем в центр, в нашу школу English Insight, чтобы показать им миграционные карточки. Они их, наверное, копируют и вложат в наши документы. А потом мы поедем на берег, посмотрим море наконец-то первый раз и вечером в ресторан. Сейчас мы найдем тук-тук и поедем пешком. Намного быстрее. Едешь с ветерком, быстренько, дешево. 10 бат всего стоит. Это 10 рублей. Мы пятый день в Таиланде, и мы не встречали еще русских. Это немножечко пугает. Таиланд без русских. А еще в Таиланде прикольно. Можно пернуть, короче, и не палиться. Здесь вообще везде так пахнет. Поэтому без палева идешь такой, пердишь и идешь. Так, знаешь, ни в чем не бывало. Я это место в Хохине называю центр. Вот, типа, Big Ben. Там Starbucks, ну это такая развилка большая, поэтому типа я тут сделал центр Хохина, вот так вот, для меня это центр, самый центр. Сегодня вот у нас среда, и вот такое движение плотничковое. Время там 5 часов вечера, все типа едут с работы, пробки, вот мы идем фактически по дороге. Наши миграционные карточки, нам их обратно дадут и этот пакет документов отправят дальше. И как только будет все готово, это через 2 недели мы приедем, оплатим сюда и полетим в Лаос. Все, сейчас договорились ускорить процесс визы. Все, бай. Всем пока. И теперь мы хотим, наверное, уже ужинать. Что, сейчас в море? Что-то какая, да? Климат-то здесь какой классный. Влажненький, зелено, воздух свежий. Мне кажется, вот там парк. Дорого. Очень дорого. 200 рублей за лапшу. Это не наш вариант. Мы за 200 рублей, Наташа, едим. А тут лапша одна 200 рублей. Тут типа тайская элита кушает. Да. Ручку давай. А вот я мизон.
Ле Мизон. А вот уже Хилтон. Мы сели, получается, на тук-туке напротив. И сейчас мы уже почти дошли до него. Попробуем прикинуться своими и пройти на море через территорию. Мы прошли охранника, простенько так, морду кирпичом, так мимо идешь. Мы на море. Лили, тебе нравится? Красиво тут? Смотри, человечки! Ух ты! О, слоны! Слоны, пойдем дальше смотреть. Это мама! Точно, я даже не увидела слонов. Ты понял, где слоны? Да. Только не их. Ну, даже тебе нравится в Куахине? Да, мне нравится. Только мне жарко. На самом деле, вот я бы хотела здесь. Я бы хотела вот даже тут. Жить? Ну, можно отдохнуть, прийти. Так приходи. От того отдыха, который у нас. Ну, собственно, от нашего дома это где-то 10 минут. Там пешком, на тук-туке. Где-то около 10 минут, и ты уже на море. Вот она. Тут красивый розовый закат. И белый песок. И белый песок. Мы когда в прошлый раз были в Хуахине, мы жили вон в том конце. В начале Хуахина. А сейчас мы планируем жить вон возле горы. Вон той. Называется она что-то типа Тау. Кау-Такиап. Да, или Тау-Такиап. Као-Такиап. Вот. И Хилтон у нас. Вот он получается. Мы сейчас опять же на... Это городской пляж. Да. Городской пляж. Песок классный. Такой... Мама, как я мука. Я и я море. Мама... Сейчас вместе с вами. О, море просто теплейшее. Просто теплейшее. Теплее, чем... Блин, у нас вода из-под крана текет. Квартире. Наташа, ну давай свои впечатления. Мы на море не были полгода. Давай, говори. Ваши впечатления. Классно! А море теплее, чем море теплее, Дубай. Чем... У нас в бассейне холоднее. Море теплее. У нас в детском бассейне холоднее, чем на море. Классно. Песок классный. Белый такой, как мука. Лиля, а тебе как море? А Лиля убивает медуз на берегу. Все, море зачекали, галочка стоит. Теперь кушать поедем в ресторан. Созвонились с друзьями, которые живут здесь, в Хуахине. И вместе с ними, наверное, сейчас поедем в какой-нибудь ресторанчик. Оттуда и снимем. Всем до завтра.